сейчас вот тут мы пройдем на скамеечку, сядем, посидим, отдохнем. Так хорошо в теньке вообще. У воды вообще прекрасно. Слушай, это эта баржа, которая плыла? А, вот видите, она уже нас догнала. Сейчас сядем, посидим здесь немножко. Посмотрим на водичку. Ой, с детьми там дети купаются в Брене. Ну, давай тут посидим. Че, Саш, бананчики перекусим? Немножко у нас такая посхин будет. Ой, как тут хорошо. Птички поют, да? Саша, как отдыхается? Хорошо, да? В теньке. Ой, идет прогулочный корабль, смотрите. Подплыл. Вот он. Смотрите, один одиночка. Что-то тут один затерялся-то. А? Что-то ищет под водой. Заходили в этот парк, и я говорила, что в прошлый раз приезжали, и роз много было. Вот, вот тут мы проходили, гуляли. Вот, смотрите, сколько здесь роз. А птицы как кричат, как поют. Ой, запах какой цветов, да, Саш? Красиво. Ой, как пахнет цветочками. И пальмы вон сидят, смотрите. Ну-ка, сейчас понюхаем. Ну, не очень пахнут розы. Значит, какие-то другие цветочки пахнут. Вот там очень много пальм, роз. Ну-ка, я понюхаю эту розу. Вот, вот эти пахнут, вот эти. Пахнут розы. А? Арка такая, ну, с роз. И там дальше розовые розы, красные розы. Пойдем? Ребята, если кто сюда приедет, в это место на набережную, смотрите, здесь парковки все. Просто ставишь парк-шайбу и 4 часа можете спокойно гулять. Мы в прошлый раз там парковались, на той парковке. Вот тут же заезжали.
А, туда дальше поворот. Там большая парковка тоже есть. И тоже парк-шайбу ставишь и гуляешь спокойно. Так что 4 часа можете спокойно гулять. Да. Вот, видите? С 8 утра до 5 вечера. А потом уже и без парк-шайбы можно. Ладно, едем дальше. А баржи ходят без конца и края туда-сюда. О, здесь кататься можно на скейтборд. А, да, вот он это парковка, вот она. Так что здесь мы парковались. Тоже то же самое. Очень хороший парк. Там можно далеко-далеко идти гулять вдоль Рейна. Смотрите, какие дома, виллы здесь стоят. Ну и вот деревушка или городок заканчивается. Бопарт называется. Да, где-то мы проезжали замок любви. Большой-большой такой был, помнишь? Смотрите, он сверху. Слушай, Инзель этот где стоит, не помнишь? Где церковь-то посередине? Туда дальше, там мы останавливались. Шикарный вид. Смотрите, один замок, потом другой замок. Близко возле друг друга стоят, да? Ты думаешь, там руины? Красота. Представляете, люди вот тут вот живут. Утром встал, окошко открыл. И гора, и замки, и Рейн. Шикарный вид. Здесь есть такие типа как инзели, ну такие маленькие выступы, и мы останавливались, да, туда дальше. Вот мы и догнали тебя, а? Thank you.
смотрите. Какой большой, да, он стоит. Яхты стоят. Ух, какой большой, да? Трехэтажный. Считай, два этажа и третий. Без крыши. Да. Вот, вот этот замок, по-моему, замок любви. Да, мы тут раз проскочили с тобой. Вон замок еще один. Здесь очень-очень много замков. Вот так есть вдоль Рейна. С каждой стороны где-то видны, да? Здесь дизель дешевый, между прочим. Евро-32. Вон люди отдыхают, набережная, видите? Какие домики. Вон замок как виден, да? А там сверху еще городок стоит. Снизу тоже постройки, вон, смотрите, типа замка. Здесь пожарка у них находится. Вот подъехали сейчас к этому замку. Вон, красиво очень. Смотрите, кемпинг какой полный, ужас. И прям у воды стоят машины. Смотрите, сколько машин, автодомов стоят. Да, и природа красивая. И природа, Саш, красивая, и скалы, и замки, все здесь красиво. С той стороны, смотрите, дорога, все едут. Thank you.
и скалы такие. Вау. Вот так вот подумаешь, да, что природа умеет делать? Чудеса. Сколько птиц вокруг башни кружит, и сколько зелени здесь. Да, здесь на парковке мы останавливались. Сильный дождь такой был. Хотели поснимать немножко, но все равно удалось нам немножко снять. Видите, парк какой? Очень хорошо для людей делают, чтобы отдыхать можно было. Вот замок стоит. Сверху, видишь, кирхи снизу, сверху замок. Вот кирхи ихня. И вот замок сверху, видите. Вот еще один замок. А вот видите, остров и церковь на ней стоит. И вот мы не знаем, как туда люди подходят. На лодках плывут. Но нету никакой дороги до этой церкви. Хотя там люди вон есть с другой стороны. Значит, прогулочные корабли подходят.